Добрый вечер, дамы и господа, меня зовут Константин, и сегодня я хочу вас познакомить с красным сухим вином из Чили. Вино называется Анка Паргуа, что с языка местных аборигенов переводится как «полная луна». В этом есть какая-то магия. Данное вино делает известный чилийский производитель Клоки Брада де Макул. Переводится это как «золотой дом». Данный производитель выпускает это вино относительно недавно, в середине 90-х годов они начали выпускать именно эту линейку. Интересно тем, что вино является органическим. Весь процесс от виноградника до разлива вина по бутылкам происходит непосредственно на территории винодельни. О чем свидетельствует сертификат, выданный Швейцарским институтом экологии. Это очень важно. Еще есть очень интересный факт о том, что этикетку для данного хозяйства рисует очень известный чилийский художник и скульптор Бенджамин Лира. И от года, то есть из года в год эта этикетка разная. То есть это зависит от того, каким был год. Был он жарким, или он был дождливым, или он был сухим. То есть этикетка каждый раз разная. Значит, у нас представлен ассамбляж из более 5 сортов винограда, таких как Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пти Вердо и Кармине. Ну, данное вино обещает быть очень интересным в связи с тем, что там столько сортов. Давайте попробуем. Цвет вина достаточно сбалансированный, то есть не слишком яркий и не слишком тусклый. Но это говорит нам о том, что вино должно быть элегантным. Шикарный аромат. Здесь присутствует ежевика, ноты ментола, специи, таких как черный перец и шоколад. Да, то есть, ну, это говорит нам о том, что разные сорта в одной бутылке себя по-разному проявляют. Давайте попробуем. Потрясающий вкус спелой сливы, клубники и того же самого шоколада. Но я бы рекомендовал данное вино деконтировать, но если нет такой возможности, оно отлично раскроется в бокале через некоторое время. Достаточно там 10-15 минут. Вино шикарно подойдет к любому красному мясу. Это может быть говядина, это может быть дичь, ягненок. Ну, в общем, наслаждайтесь и пейте вино.